И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Енот и Серега. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем нравится рубрика, где аниматроники блокают охранника. И если вам нравится эта рубрика, ставьте лайк, мы будем знать, что надо больше записывать. И сегодня у нас новые правила, пацанчики будут пугать. Ну как по РП, нельзя будет ходить, только телепортироваться. Так что, пацаны, будем начинать, не будем много болтать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, по местам? Да. Давай, когда ты нажмешь там кнопку, энергия будет кончаться, иначе ночь началась. Ты готов, Димас? Да, я даже немножко переживаю. Все, энергия кончается, ребята. Так. Чё-то я переживаю, я вас, пацаны, боюсь. Очень тихо, очень. Такая надпереженная атмосфера, только вентилятор слышно. А ходить нельзя, только телепортироваться, все по-честному. Чё камеры не работают? А, они подглючивают, понял? Я что-то слышу. Кто-то ржет. Опа, камеры начинают сами переключаться. Молодцы. Да чё мне страшно? Мне кажется, кто-то сзади меня стоит. Никого нету. Здесь никого нету. А, кого-то видел. Никого не видел. А чё камера на эту сторону? О! Во, я теперь буду видеть, когда Фокси придет, если что. А, Фокси может бегать, блин, я забыл. Ха-ха, это не прикольно. Ну еще рано для Фокси, да? Почему? А энергия все равно будет докончаться, независимо, закрываю я двери или нет. Ну да, по сути, из-за вентилятора. Потребляешь же энергию. Блин, выключайся, вентилятор. А чего вы не нападаете? Так, первая ночь же. Опа, я вижу. Кто орёт? А, Фокси, он так может убить? Может. Какой Фокси, Фредди? Да блин, я просто не ждал, что такой здоровый прям. Ты спишь или не спишь? Чи или не чи? Не, не чи. Так, ушел. Так телепортироваться надо, алло. Очень тихо и все спокойно. Пацаны сейчас меня жестко напугают. Или вдвоем одновременно придут, да? Да. Ага, понял. Тихонько. Я начинаю нервничать. А! Ну нафиг! Да ладно, прохладно, он же с другой стороны должен прибегать. Чего? Я же даже камеру включил с левой стороны. Вот, блин, ну ладно. Хорошо, у вас свои правила, да? Я понял. Все, давайте, нападайте. Только не сильно жестко, но чтобы было интересно. Фух, я честно, Фокси не ожидал, что он прибежит. Знаешь, что я дверь не успел закрыть. Так, знаешь, бывает, что дверь закрываешь, в это время NPC можно, ну, человека убить. Было бы прикольно. Да, по башке да. Калиткой прописать. Ушел. Фух, ребята, это очень сложная ночь, чувствую, будет. Ну, так интереснее. Кстати, этот совет по телепортированию написали подписчики. Так что, ребята, пишите в комментариях, какие правила нам внедрять. Может, будет намного интереснее. Опа, кто-то на жопе скачет, как кузнец сюда. Кто? А, уходи. Стоит, красавчик. Чё ты тут? Марионетка, что ли? Ой, до свидания. Я проволоку вижу. Тут проволока закусила тебя немножко вниз. Отпусти меня зажало. Так надо стоп-сон прописать. То эти колокольчики. Я не слышу идеально игру. Мне кажется, что я могу пропустить шаги. Так, вижу проволочного челика. Ушел. Афтон. У него такие красивые зубы внутри зубов.
Пришел. Ого, а ты че такой здоровый? С какой части ты к нам прибежал? С четвертой. Просто. Опа, Афтон идет. А! Да иди ты! Чуть-чуть бы и чмокнули с ним. Злой-злой мужик. Никогошеньки. Чего же, тут тоже тебе ничего не светит? А чё я не вижу его на камере? А я вижу, там кто-то пробежал. Ты чё топаешь тут? Опа, старый пердун ушел. Опа. Кого-то вижу. А! Отвали! Вот это он чернее ночи, это кошмар, ребята. Ой, блин, ты чё орёшь? Я реально испугался. Ребята, напишите в комментариях, какого аниматроника вы больше всего боитесь. Вот кошмар, реально, если ночью так придет, то можно сделать тепло в задней части тела. Так, 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 все спокойно у нас. Открываем. А! Колобан! Отвали! Да как ты прибежал, я тебя не слышал! А Фокси издает какой-то звук перед тем, как бежать? Да. А чё я его не слышал? Ну вот я топаю, смотри. Слышу, слышу. Блин, если честно, я сам прав. Даже камера включена, блин. Виноват. Сир, виноват. Исправлюсь я. Так это еще сложно с нормал. Да, пацаны, это норм. Хай. Hello. Hello. Fucking shit. Hello. Hello. Уходи. Там тоже какой-то челик ко мне. О, пока сидит. Сидит, сидит, сидит. И на кого-то там глядит. Ушел. Отлично. Сидит. А! Мне показалось, что кто-то сзади меня хочет убить. Все хорошо. Ого! Ты что там этот? Лампочки меняешь? Понял, не получилось. Пацан, к успеху ушел. Ой, там сидит, там... А! Не шипи! Не шипи! А что делать надо? Фонариком слепить? Надо фонариком светить, я помню по сюжетке. А этого закрыть. Ага, обломал, да? Ты чё ржёшь? Ты же доб... Все, уходи. Димас, а электричество-то кончается. Да я вижу, то кончается. Почти закончилось. Так, все, жопник, уходи. Да не, еще половина. Меньше половины, там зеленая полоска. Димас за тобой выбежал. А, волчара успел закрыть. Нифига себе выбежал, у него на руках какие-то зубы. Фух, это ты. Уже Балора идет. FNAF Sister Location. FNAF 1 пришли. Так, закрываем, открываем. Опа. Все хорошо у нас. Такой звук страшный, когда он идет. Ну-ну-ну-ну. О, ладу! Блин, сзади ж дверь была открыта. Вот это я завтыкал. Правильно и сделали, что меня убили. Я сам виноват. У меня тут пирожки с картошкой, с капустой есть. А, так пахнут они вкусно. А еще жаркое с мясом. Марионетка... А нет! Не-не-не, не поделюсь, я жадный. Аниматроникам я ничего не дам. Марионетка вообще худая, ей нельзя много кушать. Тебе тоже. А хочешь, я дам пирожка, на? Хоп, и кинул тебя, да. Все. Кушай пирожок. У меня. Ну а как тебе пирожок? Вкусный? Ого, тебе когти. Ты хоть постриги их когда-нибудь. Что ты мне там показать хочешь? На тебе еще пирожка. Опа. Чего? А закончилось электричество. Да так как бы. Да не ладно! Все, хана.
Пацаны, не убивайте, я добрый. Я хороший. Я вам пирожки все отдам, только не убивайте. Я вам все отдам, что вы захотите. Нет! И хитрый, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.